Всем привет! Сегодня 28 августа 2022 года. Славянск. 5:45 утра. Чечерина вышла на прогулку. Опять мы полночи не спали. Так, всю ночь, наверное, мы не спали. Тоже пока вечером заснули. Опять Чеча вышла. Погулять ей надо. Вот, только улеглись, в час ночи как громыхнет в стране Краматорска. Один раз сначала сильно, потом несколько раз более глухих таких было бубухов. Я вышел на улицу, смотрю, там что-то сверкает. Вот. И так вот продолжалось где-то с интервалами до 1:30. А где-то ближе к 2:00. Уже прямо над головой как бы бухнет что-то. И выключился свет. Его, кстати, сейчас нет света. Вот поэтому, если кому тихо видео, делайте громче на устройстве. Потому что я говорю прямо в микрофон и загружаю напрямую с телефона в YouTube. Но без обработки в редакторе YouTube почему-то занижает громкость. И поэтому, как я не стараюсь, все равно оно не сильно громко получается. Ага. Ну и вот это в 2 часов... прямо так бухало над головой. И я вышел на улицу и понял, что, наверное, все-таки это как звуки грозы. Потому что дождя как такового-то, собственно, его и не было. Все сухо. Вот. И такие прямо четкие бабахи. Но, не знаю, думаю, что все-таки это могло быть и в час ночи могли быть звуки грозы. Ну, а может быть, так совпало, что в час ночи что-то было военного характера, а в 2 уже и гроза начиналась, но не началась. Я так и ничего не понял. В чатах тоже люди разделились во мнениях. Сначала писали, что прилеты, отлеты, гроза. А потом это все как-то размылось. Все легли спать. Так что сейчас немножко, может, полежу еще полчасика. Буду собираться. Сегодня у меня церковь. Вот. Будем ждать официальной информации, если она будет. Ну и всем желаю хорошего, спокойного дня. Сейчас пасмурно, не так жарко, так что по погоде, думаю, день будет хороший. Всем пока!